We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 25, The Glories of Devotional Service. Text number 21. Tetekshava, Tetekshava, Karunika, Karunika, Surida, Surida, Sarvadehinam, Sarvadehinam, Ajata, Ajata, Shatrava, Shatrava, Shanta, Shanta, Sadhava, Sadhava, Sadhu, Sadhu, Bhushanam, Bhushanam. Tetikshava Karunika, Tetikshava Karunika, Surida Sarvadehinam, Surida Sarvadehinam, Ajata Shatrava Shantu, Ajata Shatrava Shanta, Ajata Shatrava Shanta, Ajata Shatrava Shanta, Sadhava Sadhu Bhushana, Sadhava Sadhu Bhushana, Tetikshava Karunika, Tetikshava Karunika, Surida Sarvadehinam, Surida Sarvadehinam, Ajata Shatrava Shantu, Ajata Shatrava Shanta, Sadhava Sadhu Bhushana, Sadhava Sadhu Bhushana, Tetikshava Karunika, Tetikshava Karunika, Surida Sarvadehinam, Surida Sarvadehinam, Ajata Shatrava Shanta, Ajata Shatrava Shanta, Sadhava Sadhu Bhushana, Sadhava Sadhu Bhushana. Alashkinchen. Tetikshava Karunika, Tetikshava Karunika, Sukrida Sarvadehina, Sukrida Sarvadehina, Ajata Shatrava Shanta, Ajata Shatrava Shanta, Sadhava Sadhu Bhushana, Sadhava Sadhu Bhushana, Tetikshava Karunika, Tetikshava Karunika, Sukrida Sarvadehina, Ajata Shatrava Shanta, Ajata Shatrava Shanta, Sadhava Sadhu Bhushana. Anyone else? Itikshava Karunika, Sukhida Sarvadehinam, Aj
Садава Садху Бушанам Титикшава Каруника Сукрида Сарвадехина Аджата Шатрава Шанта Аджата Шатрава. Аджата Шатрава. Никому не питает вражды. Никому не питает вражды. Аджата Шатрава. Санта. 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 Умиротворен. Умиротворен. Садаваха. Садаваха. Следует предписаниям шастр. Следует предписаниям шастр. Садхубушана. Садхубушана. Обладает всеми добродетелями. Обладает всеми добродетелями. Translation purple. Перевод. Садху терпелив и мил и милосерден. Он друг всех живых существ. У него нет врагов. Он умиротворен. Строго следует предписаниям шастр и наделен всеми добродетелями. Комментарий Шрилы Прабхупады. Садху, как уже говорилось, является преданным личности Бога, поэтому он всегда стремится дать людям знания о преданном служении Господу, проявляя таким образом свое милосердие. Он знает, что тот, кто не занимается преданным служением, бесцельно проживает свою жизнь. Странствуя по свету, преданный идет от двери к двери и призывает людей: «Примите сознание Кришны, станьте преданными Господа». Не губите свою жизнь, потакая животным инстинктам. Человеческая жизнь дана вам для того, чтобы достичь самоосознания, то есть развить в себе сознание Кришны. Так проповедует Садху. Не довольствуясь тем, что сумел освободиться сам, он всегда думает о других. Его милость к обусловленным душам не знает границ. Так проявляется одно из его качеств – каруника, великое сострадание к падшим душам. Садху должен обладать неистощимым терпением, ибо, проповедуя, он неизбежно сталкивается со множеством противников. Люди гонят или оскорбляют его, так как далеко не все обусловленные души готовы принять трансцендентное знание о преданном служении Господу. Они больны, поэтому им не по нраву духовное знание. И Садху берет на себя неблагодарный труд – убедить обусловленные души в необходимости заниматься преданным служением. Иногда к преданным даже применяют физическую силу. Господа Иисуса Христа распяли на кресте, Харидаса Тхакура били палками на 22 рыночных площадях, а на ближайшего сподвижника Господа Чайтани, Нитянанду, напали братья Джага и Махай. Но эти преданные Господа терпеливо сносили все оскорбления и муки, памятуя о том, что пришли на землю ради спасения обусловленных душ. Садху милосерден, ибо желает добра всем живым существам, не только людям, но и животным. Сарвадехина значит все живые существа, воплотившиеся в материальном теле. Материальным телом обладают не только люди, но и другие живые существа. Преданные Господа с одинаковым состраданием относятся к каждому, будь то кошка, собака или дерево. Он старается помочь всем живым существам освободиться из материального плена. Так Шивананда Сена, один из учеников Господа Чайтани, даровал освобождение собаке, видя в ней прежде всего душу.
Известно немало случаев, когда собаки получали освобождение благодаря тому, что им посчастливилось встретиться с Садху, поскольку Садху заботится о высшем благе всех живых существ. Но несмотря на то, что Садху дружелюбно относится ко всем и никому не питает вражды, люди так неблагодарны, что даже у Садху есть много врагов. Чем же друг отличается от врага? В первую очередь своим отношением к нам. Садху не жалеет сил для того, чтобы помочь всем обусловленным душам освободиться из материального плена. Поэтому у обусловленной души нет друга лучше, чем Садху, который указывает ей путь к освобождению. Садху всегда безмятежен. Он спокойно и невозмутимо следует наставлениям священных писаний. Садху – это тот, кто выполняет предписания вед и является преданным Господом. Человек, который действительно следует указаниям шастр, не может не быть преданным, ибо все шастры предписывают беспрекословно подчиняться Верховной Личности Бога. Таким образом, садху называют того, кто, следуя предписаниям вед, занимается преданным служением Господу. Все перечисленные качества присущи преданному. Говорится, что преданный развивает в себе лучшие качества полубогов, тогда как непреданный, даже если с мирской точки зрения он хорошо воспитан и образован, в духовном отношении лишен хороших качеств и добродетелей, которые присущи тому, кто достиг уровня трансцендентного самоосознания. Ом Магьянати Мирандасья Гьянанчана Шалакая Чаксур Милитаньена Тасмай Шри Гурве Намаха Шри Чайтанья Манобистам Стапитам Йена Бутале Свайам Рупакадамайам Дадати Свападантикам Бандехам Шри Гуру Шри Йата Падакамалам Шри Гурум Вайшнавамшча Шри Рупам Саграджатам Сахагана Раганатан Витам Там Садивам Садвайтам Савадутам Параджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишака Нитамшча Те Кришна Карна Синду Дина Банду Джагатпате Гопеша Гопика Канта Радха Канта Намастате Тапта Канчана Горанге Радхе Вриндаванешвари Вришабану Суте Деви Пранамами Хари Прие Намам Вишну Падая Кришна Пристая Бутале Шримати Бхакти Веданта Свамините Намине Намасте Сарасати Деви Хоравани Прачарине Нирвисеша Шуньявани Пасчарчаде Сатарине Ванча Каупата Рубьясья Крипа Синду Пайвача Титанам Паванебьо Вайшнавибьо Намо Нама Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гор Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама So this is a very famous verse spoken by Lord Kapila. Lord Kapila is describing to his mother the qualities of a sadhu. Это очень известный стих, который произнес Господь Капила, объясняя своей матери качество садху. Lord Kapila told his mother, "You have to become attached to a sadhu." Господь Капила сказал своей матери, "Ты должна привязаться к садху." Her husband had gone away. He'd renounced the world. So he told Devahuti that now your husband's gone, you have to take shelter of a sadhu. Ее муж отрекся и ушел из дома, и он сказал, что теперь ты должна найти прибежище у садху. And how to recognize a sadhu?
It's not just the long hair and the big beard and the orange cloth. А как же распознать садху? Это не просто его атрибуты, это не просто длинные волосы, а длинная борода и шафрановые одежды. It's not just the eyes that tell you he's a sadhu. His eyes. Вы не просто по взгляду можете распознать, что он садху. You have to hear from the sadhu. Вы должны послушать, что он говорит. That's the first, the most important thing. You have to hear from that person. Это первое и самое важное. Вы должны послушать его. And by hearing, we should become convinced that this person, he can really save me from material life. И услышав, что он говорит, мы можем убедиться в том, что это тот человек, который может спасти меня из круговорота материальной жизни. So Lord Kapila describes the qualities of this person. What kind of person he should be? First of all, he's described he should be tolerant. И здесь Господь Капила описывает качество садху, каким он должен быть, и начинает он с качества терпения. Just like Srila Prabhupada had to tolerate a lot when he first went to the West, he was very tolerant. Например, когда Шрила Прабхупада отправился на Запад, ему пришлось терпеть очень много вещей. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna talks about tolerance. He talks about being tolerant to the heat and the cold. В Бхагавад Гите Кришна тоже упоминает качество терпения. Например, он говорит, что нужно быть терпеливым к жаре, терпеливо переносить жару и холод. And we should be tolerant to happiness and distress. И также терпеливо переносить как счастье, так и несчастье. Prabhupada gives an example in the purport. He said, just like cooking. In the winter, it's good, it's enjoyable to go in the kitchen and cook. But in the summer, it's not very pleasant. И в комментарии к тому стиху в Бхагавад-гите Шрила Прабхупада приводит в пример готовку, что зимой, когда холодно, это приятно подойти к очагу и начать готовить. Но летом, когда жарко, это уже не очень приятно. But you have to cook. You have a family. You have to feed your family. You have to go and cook. Но если у вас есть семья, которую нужно кормить, все равно нужно подходить и готовить. Here we have deities, you have to cook for the deities. Если у вас есть божества, то вам также нужно готовить для божеств. And the other example Prabhupada gives is about bathing. That in the summer it's enjoyable to bathe, but in the winter it's not so enjoyable. А другой пример, который Шрила Прабхупада приводит в том комментарии, это омовение. Летом, когда жарко, это приятно омыться прохладной водой, но зимой это уже такое страдание. But a devotee will tolerate. He will do it because he knows it's his duty to keep his purity, to keep his cleanliness. He has to be. Но преданный все равно идет и омывается, потому что он знает, что это его обязанность поддерживать тело в чистоте. So in the same way, a sadhu has to be very tolerant when he goes to preach, because people will not appreciate. И таким же образом садху должен быть очень терпелив, когда он отправляется проповедовать, потому что люди далеко не все ценят это по достоинству. People will say, oh, why you've come here? Why are you disturbing us? Наоборот, они говорят, зачем ты сюда явился? Зачем ты нас беспокоишь? We're busy here. We're working, earning our living. Why are you coming to disturb us? Мы вообще-то здесь делом занимаемся, мы работаем. Зачем ты приходишь и отвлекаешь нас? Just like Prabhupada went to the West, he went to America, and people said, oh, you're coming from India. India is a poor country. Когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, ему начали говорить, зачем вы приехали? Вы приехали из Индии, это очень нищая страна. You must be coming to beg, like all the other people coming from India. You're coming to beg to take money back to India. Наверное, как и все остальные, кто приезжает сюда из Индии, вы приехали просто попрошайничать и собрать денег, чтобы увезти обратно в Индию. Of course, Prabhupada told them, I'm not coming to beg, I've come to give you. Шрила Прабхупада отвечал, нет, я приехал не попрошайничать, а наоборот дать вам что-то. I'm coming to give you what you've forgotten. You've forgotten your consciousness of God.
Я приехал, чтобы дать вам то, что вы забыли, а вы забыли свое сознание Бога. So many people would criticize the Krishna consciousness movement that you're just troubling us. И очень многие люди критиковали общество сознания Кришны и говорили, что от общества только одни беспокойства. A devotee will go and offer the book to the man, and the man will say, "Why are you bothering me? Why are you troubling me?" Преданные выходили распространять книги, и люди говорили им, зачем вы вообще к нам пристаете, зачем вы беспокоите нас? But the devotee is thinking, this man is lost in the material world. He's in the well. He's trapped in material existence. I have to save him. Но преданный рассуждает так, что этот человек затерялся в материальном существовании. Он застрял в этом темном колодце, и это мой долг помочь ему вызволить его. Or sometimes Prabhupada would give the example. He said, just like the man is flying the kite. He's on the roof of a building and he's flying the kite. You know a kite? No. You know a kite? Manasachandra. Это называется kite. Children, they fly a kite. It's a big kite. Это большой размер. Как, например, можно с крыши дома запустить воздушного змея? The Chinese, they like to fly kites. You see in China a lot of kites. Китайцы очень любят запускать воздушные змеи. So the man is on the roof and he's flying the kite, but he's not watching where he's going. He's going to fall off the building. И если человек стоя на крыше запускает воздушного змея и увлеченно наблюдает за тем, как летает змей, он сам не смотрит, куда он наступает, и может просто свалиться. So you see the man is going towards the end of the building, he's going to fall off. You come and grab him, you save him. Если вы видите такую ситуацию, что человек вот-вот свалится с крыши, естественно, вы подбегаете, хватаете его и спасаете. And the man says, "Hey, why are you bothering me?" А человек вам ответ: ты что меня вообще трогаешь? I am flying my kite. Why are you disturbing me? Я тут змея запускаю. Зачем ты меня беспокоишь? Oh, the devotee, I'm trying to save you. Преданный говорит: я хочу вас спасти. So Krishna conscious devotees like that, they're trying to save people from the material existence. Преданное сознание Кришны точно так же хотят спасти людей от материального существования. We're trying to save people from becoming hogs and dogs in the next life. Мы стараемся спасти людей от участи в следующей жизни стать свиньями или собаками. And if we don't preach to them, we're going to try to give them Krishna consciousness. That will be their destiny in the next life. They'll become an animal or a tree. Если мы не будем пытаться проповедовать им, не будем пытаться давать им сознание Кришны, то это и ждет их в следующей жизни. Они родятся собакой, свиньей или деревом. So it's our duty to try to save them. Это наш долг попытаться спасти их. And the sadhu is like that. He's very tolerant. He will take so many difficulties to try to deliver people. И таким образом садху очень терпелив. Он принимает на себя очень много трудностей, чтобы попытаться спасти людей с материального существования. And nobody will appreciate, nobody will thank you. И никто это не ценит, никто его не благодарит за это. One devotee was distributing books. And every time he would distribute a book to someone, he would put his, he would write his name in it, you know, to the man, and then he'd give him the man the book with the, which had his name in it. One devotee. Один преданный распространял книги, и каждому человеку, купившему у него книгу, вкладывал визитку со своим именем. So the devotee distributed quite a few books, but somehow He gave up Krishna consciousness. He went away from Krishna consciousness. И вот таким образом он распространил какое-то количество книг, но потом так случилось, что он ушел из сознания Кришны. And he was just traveling around, you know, with a backpack, and he was just going around hitchhiking, taking a lift here and there.
И он путешествовал, как ходил в походы с рюкзаком. Нет. Этим автостопом путешествовал. Путешествовал автостопом. So he was moving around, and one day he got a lift from one man, and he was talking to the man about yoga and meditation. И вот таким образом он путешествовал, и однажды один человек взял его с собой подвезти, и они начали разговор о йоге. And the man said, "Oh yeah," he said, "you know, I've got quite a few books on yoga and meditation." И этот человек сказал, ну да, у меня есть несколько книг о йоге и медитации. He said, "Some of them are in the car." He said, "Have a look. You can look through them." У меня вот даже несколько сейчас с собой в машине. Хочешь посмотреть? So he was looking through the books, and he opened one book, and he saw his name was written in it. He signed the book. И вот этот преданный начал просматривать книги и увидел в одной из них визитку со своим же именем. He sold the book to the man years ago. Несколько лет назад он сам распространил этому человеку книги. And the man still had the book. И человек, этот мужчина, до сих пор их с собой возил. So when the devotee became convinced, he thought, "I have to go back to Krishna consciousness." И тогда этот преданный понял, я должен вернуться обратно в сознание Кришны. He went back and moved in the temple again. Он вернулся и опять заехал в храм. So this is the tolerance of the devotees, that they will take so much trouble to try to give Krishna consciousness to people. Таким образом мы видим, что преданному нужно терпеть очень много каких-то неудобств и трудностей в попытках донести до людей сознание Кришны. People think we're just doing it to get money. That is not true. Люди думают, что мы просто на этом зарабатываем, но это ведь неправда. There are so many other ways to get money if we just want money. Если бы мы просто хотели заработать, существует столько других способов. There are so many other places to go and other things to do to get money if we just wanted money. Столько есть мест, куда можно было бы отправиться, столькими занятиями можно заняться другими, если бы мы просто хотели денег. And certainly we could have much more money than what we have as a devotee. И, естественно, занимаясь чем-то другим, мы бы больше зарабатывали, чем сейчас, как преданные. But we consider that giving Krishna consciousness is the most valuable thing we can do with our life. Но мы считаем, что самое ценное, что мы можем сделать в своей жизни, это как раз дать людям сознание Кришны. The wife of one of my friends, she was diagnosed as having cancer. У супруги одного моего друга диагностировали рак. So the doctor told her, "There's nothing I can do to help you. Your time is limited." И врач сказал ей, я, к сожалению, не могу ничего для вас сделать, у вас осталось уже не так много времени. So she decided that for the rest of her life, as long as she was able, she would go out on book distribution and distribute books to people. И она приняла решение до конца своей жизни, сколько ей оставалось отмеренного времени, и пока она еще могла это делать, выходить и распространять книги. She considered this was the best use of whatever time she had left in the body, to use her time to go out and distribute Krishna conscious literature. Она решила, что самым лучшим применением для того времени, которое ей осталось, будет использовать это время для распространения книг. And she had her children, she left her children to go out and distribute books. И также у нее были дети, и своих детей она тоже вдохновила выходить и распространять. And she did this as long as she was able, until she departed from the world. И сколько она, покуда она была еще в силах выходить и распространять, она делала это до тех пор, пока не оставила тело. This is the tolerance of the devotee. The devotees will do this to take their trouble for the benefit of others. Таково терпение преданного. Преданный будет делать это ради блага других людей. So tatikshava, this tolerance, is very important quality of a devotee.
Таково очень важное качество преданного титикшама – терпения. We have to tolerate. Sometimes people will insult us. Мы должны быть терпеливы, поскольку иногда люди будут пытаться оскорбить нас. Sometimes we will go out chanting, and people will throw fruit at us. Иногда мы можем выйти на харинаму, а люди будут бросаться в нас там фруктами, овощами. They'll throw rotten fruits at you. Not fresh fruit, but rotten fruits. Причем овощами, этими фруктами бросаются тухлыми. Sometimes in New York, we would go on Harinam Sankirtan, and someone was firing an air gun from the roof of one of the buildings. You know, New York is all skyscraper buildings. So someone was in the buildings, they were firing air gun at the devotees when we were chanting. Помповое оружие. Помповое оружие. Помповое, ну как в тире. Пневматическое. Когда мы выходили на харинаму в Нью-Йорке там очень много небоскребов, и бывало такое, что с крыши небоскреба преданных стреляли из пневматики. We have to tolerate these kind of things. И нам нужно терпеть такие вещи. Just like Lord Jesus Christ tolerated being crucified. Как Иисус Христос терпеливо отнесся к тому, что Его распяли. And he prayed to God, the Father, and he said, Father, forgive them. They do not know what they're doing. И он молился Богу Отцу, пожалуйста, Господь, прости их, потому что они не ведают, что творят. And Haridas Thakur was beaten in the marketplace, 22 marketplaces. Харидаса Такура били на 22 базарных площадях. But he tolerated and he prayed to Lord Krishna to forgive the people who were beating him. И он также терпел это и тоже молился на Господа Кришне, чтобы он простил тех, кто избивал его. So just like you have sandalwood, you rub the sandalwood and the aroma of the sandalwood comes out very fragrant. Если у вас есть сандаловая палочка, и вы ее трете, то у вас появится такой насыщенный сандаловый аромат. In the same way, a devotee will exhibit these qualities like tolerance. The more he is put in difficulties, the more he will exhibit his devotional qualities. И также преданный, чем больше попадает в трудности, тем больше он проявляет свое качество терпения. And he is very merciful, karunika, very kind to other people. И также он очень милосерден и добр к другим людям, и это качество карунника. Not only to people, he is kind to all living entities. Он добр не только к людям, но и ко всем живым существам. Prabhupada called the devotee over to his room one day. He said, "Look, do you see this insect on the table?" Однажды Шрила Прабхупада созвал в свою комнату учеников и сказал, «Вы видите вот это насекомое на столе?» Там какой-то крошечный муравей полз по столу. Devotee looked at Prabhupada. He said, Prabhupada, do you want me to throw it out the room, out of here? И преданные спросили, «Вы хотите, чтобы мы его выкинули за окно?» Prabhupada said, I want you to think how to give it Krishna consciousness. Прабхупада ответил, нет, я хочу, чтобы вы подумали, как вы можете дать ему сознание Кришны. All living entities are spirit souls, and our duty is to try to benefit them, give them Krishna consciousness. Все живые существа — это духовные души, и наш долг — попытаться дать им сознание Кришны. Of course, Shivananda Singh gave mercy to a dog. They were going to Jagannath Puri, the dog was following him, and Shivananda Singh brought the dog with him and every day gave it prasadam. Как, например, Шивананда Сена тоже дал сознание Кришны собаке. Он отправился в Джаганатхапури, и эта собака последовала за ним. И он взял ее с собой и каждый день кормил прасадом. Then one day they forgot to give the dog prasadam. И однажды в один день они забыли покормить собаку прасадом. And then the dog disappeared. И собака куда-то исчезла. And when Shivananda Singh heard that they didn't give the dog prasadam, the dog had gone, Shivananda Singh fasted. И Шивананда Сена, когда услышал, что собака куда-то исчезла, и ее забыли покормить прасадом, он стал поститься.
But then when they got to Jagannath Puri, they saw the dog was there with Lord Chaitanya. Но когда они достигли Джаганнатха Пури, они увидели, что собака уже там с Господом Чайтаньей. And Lord Chaitanya was taking the meat out of the inside of the coconut and throwing it to the dog, and the dog was eating. Господь Чайтанья доставал мякоть из кокоса и бросал собаке, и она ела. And the dog was chanting Hare Krishna, Hare Krishna. И при этом она воспевала святые имена. And the next day, dog disappeared, got liberated back to Godhead. А на следующий день собака исчезла окончательно, получив освобождение и отправившись обратно к Богу. So devotees are kind to all living entities. Преданный добр ко всем живым существам. But especially the human life, the human beings are important because they can become God conscious. Но человеческая жизнь особенно важна, потому что именно в человеческом теле можно обрести сознание Бога. It's difficult to give God consciousness to the animals. Животным сложно дать сознание Бога. But human beings have that facility that they can hear, they can read books, they can understand. Но у людей есть для этого все условия. Они могут читать, они могут слушать и они могут понимать. So we're very much concerned to distribute this Krishna consciousness to people everywhere. Поэтому нас особенно интересует, заботит, как дать это сознание Кришны людям повсюду. Prabhupada went to Africa. He had sent one of the devotees there to Africa to preach. But when Prabhupada went there, the devotee was only preaching to the Indian. Шрила Прабхупада отправил преданных на проповедь в Индию и позже сам туда Африку, и позже сам туда приехал, и когда он приехал, он увидел, что преданные проповедуют только индусам. The Indian people were all business people, they'd all come there to do business and make money from the African. Там в Африке было много индусов, которые приехали туда по делу, по работе и зарабатывали там. And so the devotee was preaching to the Indians and he was very comfortable. The Indian people were supporting him, giving him everything. И преданные проповедовали индусам и чувствовали себя в этом очень комфортно, потому что индусы были благосклонны, воспринимали все и также поддерживали их материально. But Prabhupada came there and said, where are the Africans? He said, the Africans are the local people. You have to preach to the Africans. Но Шрила Прабхупада сказал, а почему вы не проповедуете африканцам? Они же местное население, вы должны проповедовать им. And Prabhupada organized a program. They went into the African villages and they preached to the African people. И Шрила Прабхупада организовал проповеднические программы, и они отправились по деревням и там проповедовали. And now we have a lot of African devotees. И сейчас мы имеем много американских преданных, африканских преданных. Sometimes they will come to Mayapur, they will do sankirtan, powerful sankirtan. Иногда они приезжают в Майяпур и проводят там очень мощные харинамы. And there's many wonderful African devotee preachers, some of them are even sannyasis. Есть прекрасные преданные проповедники из Африки и некоторые даже саньяси. So it shows that Krishna consciousness devotees are everywhere. Это показывает, что сознание Кришны и преданные присутствуют повсюду. We just have to find them, we have to nourish them, give them the opportunity to become devotees. Мы просто должны искать их, дать им питательную среду для того, чтобы они вспомнили о своем сознании Кришны. We distribute the books, that plants the seeds. The seeds are there, planted. Когда мы распространяем книги, мы сажаем семя в людских сердцах. But once you put the seed, you have to take care to water the seeds. Но когда вы посадили семя, вы должны также и поливать его. So book distribution is the first part of the preaching. Поэтому распространение книг – это первая часть проповеди. But then once a book, once we distribute books, then people want to learn, they want to know how to become a devotee. Но после того, как вы распространили книгу, человек начинает интересоваться, а что дальше, как стать преданным? So we have to show them how to be devotee.
И мы должны показывать новым людям, как быть преданными. We have to have a nice center here. People can come here and see how to worship Krishna. У нас должен быть хороший проповеднический центр, куда люди могут приходить, и там мы можем показывать им, как поклоняться Кришне. And we can teach them how to cultivate Krishna consciousness in their own home. И мы можем обучать их, как развивать сознание Кришны у себя дома. Of course, those who are single men, they can become here, they can live here and be brahmacharis. Одинокие мужчины могут селиться в храме и быть брахмачари. And go out for preaching. И выходить на проповеди. We have many devotees like that now in India. There's a lot of temples where there are people staying in the ashram. В Индии сейчас много храмов, где люди живут на постоянной основе в ашраме. Some people have jobs. They stay in the temple. They come to the temple every night, stay in the temple, take prasadam in the temple, then go to work in the daytime. Некоторые преданные даже живут, ночуют в храме, принимают там прасад, а днем идут на работу. But morning program, Mangal Aarti, morning program, they're there, and evening program, they're there also. При этом они принимают участие как в утренней программе Mangal Aarti, так и в вечерней. During the daytime, they go out to work. А днем они работают. But they have a nice spiritual program, and they get prasadam every day. Но при этом у них каждый день прекрасная духовная программа и прасад. Sometimes somebody just wrote to me. They said, "Oh, it's very difficult for me to be vegetarian. I come home very late at night. I don't like to cook, and difficult for me to get vegetarian food." Кто-то мне написал, что мне очень сложно быть вегетарианцем, поскольку я допоздна работаю, прихожу, у меня уже сил нет готовить, и поэтому мне очень сложно себя обеспечить вегетарианской пищей. So it's important we have a nice center where people know they can come to center and get prasadam. Поэтому очень важно, чтобы у нас были центры, в которые люди могут прийти и точно знать, что там их накормят прасадом. And they can get association, they can hear about Krishna. И там же они могут пообщаться с преданными и послушать о Кришне. So this is the nature of the sadhu. They're very kind to other living entities. И вот такова природа садху. Он очень добр ко всем живым существам. And they have no hate for anyone. No one is their enemy. И садху никому не испытывает ненависти. У него нет врагов. Someone may cheat us. They may take all of our money. Кто-то может нас обмануть, украсть у нас все деньги. We don't hate them for it. Мы не ненавидим его за это. We just feel sorry for them. Мы просто сожалеем, сочувствуем ему, жалеем его. Devotees should not. We should not have any enemies. Мы не должны кого-то считать своим врагом. We should see everyone as our friend. Мы должны всех видеть, во всех видеть своих друзей. These are the ornaments of the sadhu. Таковы украшения садху. Just like we decorate ourselves, maybe the lady decorates herself with ornaments and earrings and many different jewelries, their decorations on the body. Как, например, женщины украшают себя, надевают серьги, надевают какие-то ожерелья и таким образом украшают свое тело. So the sadhu is decorated with qualities. А садху украшают качества. These qualities manifest as he is doing his different activities. Его качества проявляются в его различной деятельности. The sadhu, he will show that these ideal, the good qualities, the qualities which make him a very dear friend of Krishna. Садху проявляет такие качества, которые делают его близким другом Кришны, дорогим другом Кришны. So Lord Krishna always glorifies the sadhus, and he is very, very much appreciated. He appreciates them very much. Господь Кришна часто прославляет садху и очень ценит их. Because the sadhu has no material desire for himself.
Потому что садху, у садху нет материальных желаний, и он ничего не желает для себя. He's only thinking about others. Он только думает о других. Now then, so is there any question? Есть ли вопросы? А Прабхупаде обычно приводит примеры, когда он был грозен, как молния. Может Махарадж привести пример, когда он был нежен, как роза? We often hear the examples when Srila Prabhupada was, strict like a thunder. But could you please give us an example when he was tender like a rose? Gentle like a rose. Just like one time in London, there was this one lady. She also wanted to come on the Ratha Yatra. Однажды в Лондоне была женщина, которая хотела присоединиться к Ратха Ятре. So she said to Prabhupada, she said, I want to come on Ratha Yatra, but I cannot walk. Она сказала Прабхупаде, я очень хочу присоединиться к Ратха Ятре, но я не могу ходить. Prabhupada said, that's okay, you can ride on the chariot with me. И Шрила Прабхупада сказал, ничего страшного, можете сесть на колесницу со мной. So we were all surprised, Prabhupada, of course, we put Prabhupada's Vyasa-san on the chariot. And Prabhupada said, you make some seat for her where she can sit somewhere. И мы оборудовали для Шрила Прабхупада Вьясасану на колеснице. И он сказал, подготовьте для нее тоже какое-то сиденье. So that was Prabhupada's kindness. Вот так Шрила Прабхупада проявил свою доброту. Prabhupada gentle as a rose. When the devotee was serving Prabhupada, the devotee, he had some boil on his body. And Prabhupada saw the boil, and Prabhupada told the devotee, he said, you have to take care of this. Еще примеры такого нежного отношения Шрилы Прабхупады. Однажды один преданный ему прислуживал, и он увидел, что у того на коже нарыв, и сказал, ты должен что-то сделать с этим. And Prabhupada instructed the devotee how to take care of it. He told him what he had to do. И Шрила Прабхупада объяснил ему, как можно это все залечить. And another devotee had a cold, and Prabhupada said, he said, you know, you should wear more cloth in the cold weather, you need to wear more cloth. He said, Prabhupada, I don't have any more cloth. Then Prabhupada took one of his chadars, he gave his chadar to the devotee, he said, here, you wear my chadar. А еще однажды другой преданный был простывшим, и Шрила Прабхупада сказал ему, тебе нужно теплее одеваться в холодную погоду. Преданный ответил, у меня уже не осталось другой одежды. И тогда Шрила Прабхупада сказал, возьми мой чадар, и дал ему чадар свой. And the devotee said, Prabhupada, this is yours, I can't take your chadar. Преданный ответил, Шрила Прабхупада, я не могу взять ваш чадар. But Prabhupada said to the devotee, he said, no, you've given your life for Krishna consciousness. He said, I can give you my chadar. Шрила Прабхупада ответил, ты отдал всю свою жизнь сознанию Кришны, поэтому я могу отдать тебе свой чадар. Another time devotee got initiation and he said to Prabhupada, I'm sorry, I don't have any money to give you. Другой раз Шрила Прабхупада давал посвящение, и преданный, который получал посвящение, сказал, Шрила Прабхупада, простите, у меня нет денег, чтобы я мог вам пожертвовать. But Prabhupada, no, it's okay. He said, you're giving your life to Krishna. И Прабхупада опять сказал, ничего страшного, ты ведь отдаешь Кришне свою жизнь. Then you can repay in that way. И таким образом ты отплатишь. Okay. Дорогой Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вы говорили, что Шивананда Сена стал поститься, когда заметил, что собака пропала.
Значит ли это, что мы тоже можем поститься в трудные моменты нашей жизни? Dear Guru Maharaj, you mentioned that Shivananda Sena, when he noticed that the dog has missed, he began to fast. Does it mean that we also can fast in some difficult times in our life? Yes. Yeah. Yes, you can. Можете поститься? You want to fast sometime for something, some situation? Yes, very good. В каких-то ситуациях вы можете поститься. Это принесет благо. If you don't finish your rounds, then you can fast. Если джапу не дочитали, тоже можете поститься. You can do more chanting. И тогда получится больше воспевать. Где грань между тем, чтобы дать шанс всем, кто приходит в сознание Кришны, и сохранением чистоты послания? То есть, если начать подстраивать послание под всех, то его чистота потеряется. Как этого избежать? Where is the edge between giving chance to everyone who comes in Krishna consciousness and keeping the purity of our message? Because if we begin to adopt the message for everyone, then we can lose its purity. How to avoid this? I haven't got the whole question. Where is the edge between? How can we balance between giving a chance to everyone who comes to Krishna consciousness and keeping the purity of our message? Because if we begin to adopt the message for different kinds of people, then we can lose its purity. No, we don't compromise on the principles. Мы не подстраиваем принципы, не идем на компромиссы. No, people are hungry, we invite them, you come and eat prasada. Когда люди голодны, мы приглашаем их поесть прасада. You want meat, you want, we don't give meat. Мы не угощаем людей мясом. People want something like some intoxication or something. No, we don't provide that. Или если люди хотят каких-то одурманивающих веществ, у нас тоже этого нет. We don't compromise on our standards. Мы не снижаем свои стандарты. People want some help from our Krishna consciousness movement. Yes, we can help them. We can give them Krishna conscious advice. Если люди хотят какой-то помощи от нашего общества сознания Кришны, мы можем помочь им советом. So we want to give people a better life by giving them better knowledge. Мы хотим дать людям лучшую жизнь, давая им лучшие знания. But we don't compromise, we don't change the religious principles just for the benefit of the people. Но мы не идем на компромиссы и не меняем религиозные принципы только чтобы угодить людям. We want to give people Krishna consciousness. If we compromise, then there'll be no more pure devotional service. It will be all lost. Мы не идем на компромиссы, поскольку в таком случае у нас уже не будет чистого преданного служения, мы потеряем то, что имеем. If we don't have pure devotees, then there's no benefit for people anymore. Если у нас не будет чистых преданных, то и блага для людей не будет. If we're not properly following the regulated principles, then there are no pure devotees. Если мы не следуем должным образом, регулирующим принципам, то тогда у нас и не будет чистых преданных. And if there are no pure devotees, then it will be very difficult to spread Krishna consciousness. А если не будет чистых преданных, то будет очень сложно распространять сознание Кришны. Our motivation will become material, and we'll just be thinking about material gains. We won't think about the spiritual benefit. Наша мотивация станет материальной. Мы будем думать о своей материальной выгоде, а не о духовных благах. So we are concerned for the spiritual benefit of the world. Нас беспокоит духовное благо для мира.
We're not just an ordinary welfare society, we're a spiritual organization. Мы не обычная благотворительная организация, у нас духовное общество. We don't just want to only feed the poor or, you know, do some welfare programs. That's not really Krishna conscious. Мы не ставим себе целью просто накормить бедных или какие-то другие благотворительные мероприятия провести, потому что это напрямую не связано с сознанием Кришны. We want to give people the real thing. Мы хотим дать людям нечто настоящее. Or they may not be able to value it, but still we, that's what we want to give them. Они могут не оценить это, но все равно именно это мы хотим дать им. У меня вопрос. Вот такая ситуация. Недавно преданный один поделился такой ситуацией. Его мама, пожилая уже женщина, живет рядом с его семьей на одном участке, ну, не свой домик. Вот, и ее выписали недавно из больницы, и она, ну, не... не разделяет их взглядов в сознании Кришны, но в то же время она, как пожилой человек, зависима, то есть от них в каком-то смысле, то есть и просит покупать не вегетарианские продукты ей для питания, то есть они ей не готовят, просто вот она просит, чтобы они ей привозили, то есть и он, ну как бы, ну, чувствует какое-то угрызение совести, что ли, что он ей привозит не вегетарианскую пищу, там, да, рыбу, там, все. Вот такое, и как быть, то есть он меня вот спросил, то есть, ну, нужно ли мне покупать ей, то есть я сказал, что ты должен искать компромисс какой-то, потому что это твоя мать, и она от тебя зависит, это пожилой человек, вот, и возможно ли это, что преданным, то есть, ну, они, ну, как бы должны, да, то есть это как долг заботиться о родителях, покупать им не вегетарианскую пищу, то есть, я вот хотел спросить, как Махарадж к этому относится. There is a devotee who has an elderly mother, and he has to take care of her. And she asks him to buy her some non-vegetarian foodstuffs. So he feels uncomfortable about that, and he was told that he should find some compromise between that, because it is his duty to, you know, take care of her. So what would be your attitude? Should he still buy her this non-vegetarian foods as a duty? No, we don't encourage devotees to purchase non-vegetarian foodstuffs. Мы не поощряем покупку преданными невегетарианских продуктов. Before insisting on non-vegetarian foodstuffs, that let them go and get their own vegetarian, let them go and get their own food. Когда люди настаивают на том, чтобы им покупали невегетарианские продукты, нужно, чтобы они сами шли и покупали. But I suppose she cannot, because she is very. Просто если, ну, женщина, она больная и пожилая, она не может выходить. То есть как в этом случае? She is sick and elderly. Это его мать. So she cannot to go by her own. To go out and purchase. Anyway, it's not the business of a devotee to do that. Все равно это как бы не относится к не дело для этого преданного это покупать. А что же ему делать? So what should he do? Because she is his mother and she is dependent on him. Well, she should take what he gives. Тогда она должна принимать то, что он дает. She is dependent on him. So let her take what the devotee provides for her. Раз она зависима, пусть тогда принимает то, что он сам ей дает. If she's really dependent on him, then she will accept what he provides. А если она действительно в таком зависимом положении, значит она должна принимать то, что он, чем он ее обеспечивает. Difficult these situations you get. Elderly people, they're so attached to eating meat and chicken and fish and things.
But it's not our duty to do this, to provide these things. It's not our duty. Это, конечно, очень сложная ситуация, когда у нас есть на попечении какие-то престарелые люди, которые едят мясо, но это все-таки не является нашим долгом покупать им мясо. And you purchase the food, you take the karma, you share the karma. Когда вы покупаете эти продукты, вы тоже берете на себя карму. You say, well, it was for my mother. Well, okay, it's your mother. You want to benefit your mother. Why are you giving her karma-laden food? You should give her some vegetarian food, which is karma-free. То есть вы разделяете таким образом ее карму. Вы можете сказать, это моя мать, но так и что, вы лучше благо ей какое-то принесите, купите ей вегетарианские продукты. Зачем брать на себя и на нее эту карму? But if you purchase the food, you're taking the karma. Когда вы покупаете продукты, вы берете карму. And you're also, then you give the karma food to your mother as well. Give her more karma. И эти же вот невегетарианские продукты вы даете своей матери, и таким образом ей тоже даете еще больше этой кармы. So you're purchasing the food, you're getting karma, and then you're giving the food to your mother, you're getting more karma. Когда вы покупаете продукты, вы берете на себя карму, и когда передаете эти продукты, тоже берете на себя еще больше кармы. And devotees should be very sensitive, very careful not to do these things. Преданные должны с большой осторожностью избегать этого. Есть. Yes, Prabhu. Хари Кришна, Махарадж, спасибо большое за лекцию. Вы говорили о качествах садху и терпения. Если это применять к нам, мы тоже должны развивать качества. Преданного Шрила Прабхупада говорит об этом. Если в нашем случае какие-то границы терпения, потому что материальные люди в своем безумии, они доходят до грани, они могут нас, ну, очень сильно видеть наше терпение, смирение, могут очень сильно прессовать, могут просто, ну, наглеть. Наглеть, сделать то, что сделали с Иисусом Христом. Есть ли границы в нашей жизни терпения, то есть должны ли мы давать какой-то отпор или как-то вот противостоять, как вести себя? Проявляя терпение. Hare Krishna. You mentioned the equality of tolerance. At first he said, thank you very much for your lecture. You mentioned the equality of tolerance, and should we have some limits of our tolerance? Because people see that we are very humble and tolerant, they can, you know, violate all the boundaries of etiquette and so on. Well, there was one devotee, a young devotee, somehow he got involved taking drugs, and they told Srila Prabhupada that this devotee is taking drugs, Prabhupada. And Prabhupada said, you should tell him that if he doesn't stop taking these drugs, I will reject him. Однажды был такой случай, молодой преданный начал принимать наркотики, и преданные сообщили об этом Шриле Прабхупаде. И Шрила Прабхупада сказал, передайте ему, что если он не прекратит, я от него откажусь. So devotee asked Prabhupada, would you really reject him, Prabhupada? Are you really going to give him up? И преданные уточнили, вы правда его отвергнете? Prabhupada said, actually, I cannot give him up. He said, the mercy of Lord Nityananda is unlimited. И он сказал, на самом деле я не могу его отвергнуть, потому что милость Господа Нитянанды безгранична. So our tolerance should be unlimited. Поэтому и наше терпение должно быть безграничным. We should be willing to tolerate everything. Мы должны хотеть и быть готовыми терпеть все, что угодно. Это относится по отношению к преданным. Вопрос был по отношению к карме, то есть, ну, который, ну, может просто
какую-то агрессию проявлять, mm-hmm. да, то есть какие-то сильные беспокойства преданно приносить. The question was, how should a devotee tolerate the behavior of ordinary people when they become aggressive or something? How much should we be tolerant? What is the limitation of our tolerance towards such people? Well, I mean, we should be tolerant ourselves, but we won't tolerate to watch people offend others. Мы должны терпеть то, что происходит по отношению к нам, но мы не можем терпеть, когда оскорбляют других преданных. Someone may be very, very nasty and offensive to us. We will tolerate. Если кто-то очень плохо ведет себя по отношению к нам и агрессивно, мы это терпим. But if he will criticize or attack or offend someone else, some other devotee, then we will certainly do something. Но если он критикует или оскорбляет другого преданного, то тогда мы можем вмешаться. Можно добавление, если позволит Махар. А вот есть такая история. А вот я вспомнил такую историю про Нарада Муни, который инициировал змею, да, которая там, ну, приносила беспокойство людям. Вот, и они ее боялись, но после того, как она стала преданной, они стали там, ну, она начала проявлять смирение, терпение, и начали в нее там, ну, камнями забивать, то есть она очень сильно страдала. Вот. И тогда она пришла, ну, к духовному учителю и сказала, что я вот проявляю терпение и смирение, да, но очень сильно страдаю из-за этого. То есть люди начинают, ну, как бы, проявлять ко мне большую агрессию. И тогда она Армония ей дала такое наставление. Говорит, ну, в следующий раз, когда тебе будут так, подобным образом, ну, как бы, люди относиться, ты раздувай капюшон, но, говорит, не кусай их. Вот. Ну, и они будут бояться и уходить. То есть, применимо ли это в нашей жизни, то есть, по отношению, то есть, к преданным, что мы можем действовать подобно вот, ну, этой змее, то есть, ну, как-то, то есть, тоже раздувать капюшон, но не кусай. I remembered one story when Narada Muni has initiated a snake and it became a devotee, and when it came out to people, they began to throw stones and insult her and eat. So this snake complained to Narada Muni that people treated her like that, and he advised it to just frighten people but not bite. So is it applicable to us? So we can frighten people but, you know. Yes, you can do whatever is necessary to to do our preaching work. Ради проповеди вы можете делать какие-то необходимые вещи. Sometimes people will make obstacles for us that if, you know, we have to find some way in which we can maneuver so that we can overcome these obstacles. Иногда в проповеди люди могут вставлять нам палки в колеса, и мы должны тогда искать какие-то пути, чтобы обходить это, маневрировать и все-таки выполнять. So we're concerned for the benefit of others. If someone is opposing our work and trying to help others, and they're trying to stop that, then we have to try to remove the obstruction. Поэтому больше всего нас должно волновать, как принести благо другим людям. И поэтому, если кто-то нам в этом мешает, то, конечно, мы можем применять разум и искать пути, как убрать эти препятствия. So Krishna will give us the intelligence how to adjust the situation. Кришна дает нам разум, как поступить в этой ситуации.